сопровождавшиеся массовой резней оккупации 20% территории Азербайджана около 30 лет назад, ранило сердце не только нашим азербайджанским братьям, но и нам. Как передает канал 13 со ссылкой на агентство Анадолу, об этом на 7-м съезде правящей партии справедливости и развития сказал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, Минская группа ОБСЕ под председательством трех стран еще больше запутала ситуацию, хотя и взяла на себя обязательства по урегулированию конфликта. В течение всего этого времени Азербайджан пытался разрешить конфликт мирным путем. В последние месяцы прошлого года армянская армия снова напала на Азербайджан. Турция встала рядом с азербайджанскими братьями со всеми своими возможностями. Благодаря поддержке Турции героизму азербайджанской армии этой оккупации был положен конец. Мы продолжим внимательно следить за процессом, чтобы завершить этот этап в контексте реализации подписанных договоренностей, что еще больше укрепит братство Турции и Азербайджана, заявил президент Турции. Яктасик! 30 yıl önce Dağlık Karabağ'ın, gençler burası önemli, 30 yıl önce Dağlık Karabağ'ın ve Azerbaycan topraklarının 5'te 1'inin işgaliyle yaşanan katliamlar Azerbaycanlı kardeşlerimizle birlikte bizim de yüreğimizi dağlamıştı. Minsk üçlüsü adı altında bu krizi çözmeyi üstlenenler 30 yıl boyunca meseleyi daha da karmaşık hale getirmekten başka hiçbir şey yapmadılar. Azerbaycanlı kardeşlerimiz bu süreçte hep krizin diyalog ve anlaşma yoluyla çözümü yönünde çaba harcadılar. Buna rağmen Ermenistan tarafı saldırılarına ara ara devam etmiş, diyalog kanallarını tıkayan taraf olmuştur. Geçtiğimiz yılın son aylarında Ermenistan ordusu yeniden saldırıya geçince Türkiye olarak tüm imkanlarımızla Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında yer aldık. Türkiye'nin desteği ve Azerbaycan ordusunun kahramanlığı sayesinde verilen destansı bir mücadeleyle hamdolsun bu kirli işgal sona erdi.